В Москве проходит 20-й международный конгресс Национальной ассоциации телерадиовещателей и выставка профессионального оборудования. Участие в ней принимает и делегация национальной вещательной компании САХА. О работе конференции подробнее расскажут наши корреспонденты. Подобные мероприятия – это всегда событие для тех, кто трудится в данной отрасли. Ведь выставка демонстрирует инновационные технологии, показывает перспективные направления мировых тенденций. И то, что еще 15 лет назад казалось мечтой, сегодня стало реальностью. Новая техника, она всегда впечатляет. Каждый год все-таки новые какие-то все равно изменения есть, новые направления есть. Ну, выставка, она на той выставке, чтобы показывать все как товар лицом. Чем отличается эта выставка от других? Особенно она в этот год технические семинары, они большей частью сделаны с расчетом на регионального вещателя. Да? И доклады в основном читают региональные каналы. Также, ну, даже сказать, не идет не реклама, а именно опыт использования. Программа конгресса включала в себя пленарные заседания, технические и круглые столы. В разделе о перспективах регионального телевещания слово было предоставлено НВК САХА, где в докладе Юрия Сергачева был отражен весь технический спектр работы нашей национальной вещательной компании. Дали нам право выступить выступлением получасовым по с опытом работы с нашим комплексом «Авит», установленный в этом году. Можно сказать, что у нас уже накопился опыт, которым мы можем поделиться с другими. Конгресс обозначил стратегию отрасли до 2025 года, где особое место было уделено региональному телевещанию. Ежегодно мы большой делегацией участвуем на таких конференциях. И тут мы, во-первых, узнаем о продвижении каких-то новых брендов. И нас уже узнают люди. Мы с очень многими тут встречаемся ежегодно. Самое главное – тусовка телевизионщиков. Наталья Сазонова, Михаил Кулаков, НВК САХА, Москва.